И возвращаемся к событиям в нашей стране. О состоянии детей, пострадавших два дня назад во время пожара в Талдыкургане, рассказали в управлении здравоохранения Алматинской области. Очевидцы сняли на видео, как проходила спасательная операция. В считанные часы ролик стал вирусным. Пользователи интернета стали пересылать его друг другу. В условиях нулевой видимости пожарным удалось вынести из квартиры, охваченной огнем, сначала малолетнего ребенка, затем его мать и старшую сестру. Эвакуировать также пришлось соседей. Отравившихся угарным газом госпитализировали. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении. На данный момент состояние детей средней степени тяжести. При поступлении были определены в отделение реанимации, сейчас их перевели в травматологическое отделение больницы. Взрослые отправлены на амбулаторное лечение.